Генеральный партнер программы – акционерное общество «Банк Кассанова». Продукты «Банка Кассанова» – быстро и доступно, комфортные условия и отличный сервис, выгодные условия и профессиональный менеджмент. Мы делаем все, чтобы с нами было удобно. Приходите в «Кассанова». Банк «Кассанова» – быстрый, комфортный, твой. Здравствуйте, в эфире «Деловые новости», в студии работает Владимир Беляков. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» рассказал, что надо сделать, чтобы Евразийский экономический союз работал более эффективно, передает Tengri News KZ. Надо подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню. Сейчас одни в развитии ушли дальше, другие в середине, третьи совсем внизу. В этом проблема. Надо всех подтянуть, чтобы можно было равносторонне работать. Получается, что государства, объективно оказавшиеся беднее, надеются, что другие им помогут. Но так не бывает. В рыночной экономике никто даром ничего не дает, отметил Нурсултан Назарбаев. Костак сообщает. В Казахстане в январе-марте 2017 года биржевой курс национальной валюты укрепился на 6% и составил 313,21 тенге за 1 доллар, сообщила пресс-служба Национального банка Республики Казахстан. Ситуация на валютном рынке стабильна. Национальный банк продолжает политику невмешательства в курсообразование и более 6 месяцев не проводит интервенции, цитирует пресс-служба председателя Нацбанка Данияра Акишева. Девальвационные ожидания находятся на минимальном уровне за последние годы, отметил глава Нацбанка. При условии дальнейшего соответствия фактического уровня инфляции прогнозным данным можно ожидать смягчения денежно-кредитных условий уже во втором квартале текущего года, отметил Акишев. Российские банки теряют позиции на кредитном рынке в Казахстане. За год совокупный объем займов их казахстанских дочек сократился на 161 миллиард тенге, сообщают аналитики Ranking.kz. Судный портфель банков второго уровня Казахстана за год сократился на 3,1%. Объем же кредитов 4 казахстанских дочек российских банков снизился на 11,3%. Их доля от общего объема судного портфеля БВУ за год сократилась с 9,1% до 8,4%. Вести экономика сообщают. По оценкам ряда экспертов, котировки нефти в ближайшей перспективе вырастут до своих наиболее высоких значений с начала года. Эксперты австрийской консалтинговой компании GBC Energy отмечают, что ожидания продления сделки по сокращению добычи будут поддерживать нефть в преддверии встречи ОПЕК, которая пройдет в Вене 25 мая 2017 года. В компании также прогнозируют, что начиная с мая этого года на нефтяном рынке может наступить дефицит предложения нефти, что приведет к дальнейшему сокращению запасов. По оценкам аналитиков СЕП, одного из крупнейших банков Швеции, помимо сокращения запасов, теперь необходимо учитывать и ситуацию в Сирии. По их мнению, во втором квартале нефть марки Brent протестирует уровень $60 за баррель. Котировки Brent последний раз превышали отметку $60 в октябре 2015 года. Костак сообщает, в Казахстане в ближайшие полгода-год цены на сжиженный нефтяной газ расти не будут, сообщил директор Департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики Зияш Киякбаев. Он отметил, что Минэнерго предлагает поправки в законодательство, согласно которым с 1 января 2018 года через внедрение электронной торговой площадки для торговли газом будет происходить поэтапный уход от госрегулирования оптовых цен на сжиженный газ. На первом этапе планируется отменить регулирование на 20% объема газа, и затем постепенно доля дерегулированного оптового газа будет увеличиваться к началу 2020 года до 100%. И полезная информация от нашего партнера. Кредитование без залогов Кассанова. До 3 миллионов тенге, льготный период без процентов 50 дней. Банк Кассанова. Обращаться по адресу проспект имени Алии Молдогуловой, 44. Это в бизнес-центре «Ренессанс». Дополнительную информацию можно получить по телефону 595-595. Это были деловые новости. Всего вам доброго и до свидания. Генеральный партнер программы – акционерное общество «Банк Кассанова». Находясь вдалеке от дома, каждый может столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, особенно с незапланированными расходами. Необходимо срочно перевести средства на банковскую карту MasterCard или Visa? Нет проблем! Моментальные переводы через систему P2P доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А для перевода средств достаточно знать только номер карты получателя. Банк Кассанова. Быстрый, комфортный, твой.